как-то разбрахте со мной джинсы. Как вы поняли? Я... Женился, да? Жених? Уже не муж? Я муж уже. Все. We met in America in the summer of 2011. We were on a summer work and travel program. I was with my friends, just decided to spend a regular summer, as we did the last one, 2010 we went also. Although this summer turned out to be a little bit more different for me. I met you. I met the girl of my life. Когда Лера вернулась из Америки, и Мамчил приехал в первый раз к нам, вот те счастливые глаза дочери, когда мы встречали в аэропорту Леры, Мамчила глаза, когда они вот, ну, не могут насытиться друг другом, ну, это многого стоит. Вот эта любовь, она видна только через глаза. Вообще никаких сомнений не было по их выбору. It's just me and you. Очень тяжело было уснуть вчера, потому что сегодня день свадьбы. Сегодня наш день. Надеюсь, что мой русский будет достаточно. Объяснить тебе, сколько я тебя люблю. Сегодня мы женимся. Я тебе встречаю через 5 минут. Я ничего не знаю, как ты будешь выглядеть. Я знаю, что ты будешь. Как и каждый день. Самая красивая девушка в том мире. Я знаю это, потому что ты моя Лерочка. Я люблю тебя очень сильно. Очень сильно. Outside. The sun just said good morning. Not a gray cloud in the sky. What a wonderful feeling. На основании устното и писмено потвърждение и на основание семейния кодекс обявявам гражданският брак между Валерия и Момчил за сключен. Обявявам ги за съпруг и съпруга. На основание. You're the one that makes my knees go weak. Love's never felt this way before. One look my heart.